Всем привет! И сегодня у нас две посылки с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. Начинаем с вот этой вот. Нет, блин, открыть так, чтобы аккуратненько, так как... Чувствую, что здесь что-то такое... Вот, и здесь у нас куча вот таких вот пуговичек. Куча пуговичек. Машинки. Разные машинки разных цветов. И Hello Kitty также разных цветов. Цветные машиночки у нас здесь пришли прикольные такие вот. Реально на фото они не такие были прикольные. А здесь они в реале очень прикольно. То есть ссылка будет в описании под видео. Смотрите, заходите. Заходите. Очень интересные, прекрасные, прикольные пуговички пластмассовые. Если да. И следующая посылка — это вот такая вот коробка. И что же в ней? Что же в ней? О божечки, Саша. Катя, ты хватит. Хоп. И сейчас распакуем. Вот коробочка. Очень тяжко открываем. Естественно. Так, и раскрываем. Раскрываем. И здесь у нас что-то заматанное в ленту, очень много всего заматанного в ленту, и USB кабель. Так что ремешок, и здесь у нас смарт-часы. USB кабель самый обычный, коротенький, для зарядки. Инструкция. USB, инструкция, USB обычный, здесь USB обычный кольцо. Здесь все завернуто в пузырчатую пленку, хорошо запаковано, чтобы ничего не побилось. Ну и вот здесь, в общем-то, сама упаковочка смарт-часов. Упакована очень хорошо, пузырчатую пленку. И вот такие вот смарт-часы. Черный цвет здесь, серебряный ободок, пленочка. Все как надо. Здесь кнопка одна, сенсорный экран, как всегда. Сейчас они не заряжены. Камера есть. Микрофон. И я их еще не... И здесь вот порт для зарядки. Они разряжены, поэтому зарядим, потом вам покажем. Вот здесь порт для зарядки. Сейчас они разряжены. Но все равно заряжен. Видимо, заряжены немножко все-таки. Ну и вот. Вы не слышали звук. Вот здесь камера, микрофон. Все такое. Тут здесь Phone settings, там где всякие security settings, call settings и restore settings. То есть всякие там для смартфона. Меню. Здесь вы видите диалог, сообщение, телефонная книга и лог вызовов. Следующее. Здесь есть Bluetooth камера. Далее здесь есть еще галерея. Файл менеджер есть, где он меня немножко что-то напутал. Файл менеджер и еще здесь через Bluetooth вот тоже. Далее настройки, часы, калькулятор и календарь. Музыка. Далее здесь саунд-рекордер какой-то, Bluetooth и камера. Уже вот это вот. Далее слип-монитор. Профили. Далее кисть. Полиметр. Давай попробуем язык поменять. И, в общем-то, там есть настройки. Settings. Settings.
Так. Тут фон сеттингс. Вот лангер. Французский, испанский, португальский. Турецкий. Русский язык. Русский. Язык. Готово. Окей. Все. Окей. Назад. Вот. Все, у нас уже все по-русски. Теперь все по-русски. Календарь, калькулятор, будильник, установки. Устройство звука. Вот здесь микрофончик маленький. Аудиопро. Аудиоплеер. Камера. Bluetooth. Профили пользователя. Все равно здесь sleep monitor написано. Все равно здесь педометр написано. Напоминание. Локейшн какой-то. Антипотеря, браузер. Facebook, Twitter и WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp какой-то. У нас сообщение через WhatsApp. Так, все приложения WhatsApp, Twitter, Facebook и браузер нужно устанавливать сим-карту. То есть снизу ставит у нас сим-карта. Сейчас мы их откроем. Наверное, их выключим. Так, вот так, выключим. Такой приятный звук. Перед этим у меня было, тоже были смарт-часы, но не такой был приятный звук у нас. Может, там можно настройки. Сейчас мы здесь быстренько вскроем. Вскроем эти часики. Вот так вот. У нас аккумулятор стоит. Здесь у нас вот есть место под сим-карту, под флешечку. И аккумулятор у нас здесь стоит на 380 мАч. Стандартные у всех таких часах стоят. Вот. Здесь и устанавливается. Сим-карту ставите и пользуйтесь WhatsApp, Facebook. То есть такие часики уже есть у меня у одного клиента. Довольный, пользуется. Работает все отличненько. Аккумулятор держит где-то дня 3 в нормальном использовании. То есть постоянно включено, постоянно все подключено. Так, ну что ж. Передаем слово дальше. И в общем-то вот такие вот смарт-часы, пуговицы, кити и машинки. И смарт-часы, но вроде с USB кабелем. Ну, вот такие вот у нас сегодня были посылки с сайта aliexpress.com. И почему он включается? Сайт aliexpress.com. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы заканчиваем.